Я так понимаю, что несмотря на то, что все эти вещи еще грязные, все-таки кто-то пытается их утащить, что ли? Этнографический коллектив из Томска. Окно в природу. У нашего микрофона кандидат биологических наук Леопольд Семашко. Интересная пора наступила сейчас в природе страны. Это не только осень, так будем считать такое время по календарю, а тем более по старому, по которому...